иберийских масок в Испании. Десятки участников в традиционных костюмах танцевали под звуки барабанов. Их предки верили, танцы и маски отпугивают злых духов, угрожающих урожаю. Варвара Миранкова продолжит. На улицах испанского города Вьяна-дель-Бальо. Барабанные ритмы, танцы, яркие костюмы. Там проходит традиционный парад иберийских масок, посвященный языческому наследию жителей Пиренейского полуострова. Красочные наряды изготавливают заранее десятки фольклористов, реконструкторов и любителей народной культуры. Сегодня во Вьяна-дель-Бальо мы собрали почти 40 традиционных карнавальных групп из Пиренейского полуострова. Тут и португальцы, и жители регионов Астурия, Кантабрия, Галиция. Мы приехали из города Понтеведра. Участники парада имитируют сцены охоты и исполняют танцы. В древние времена жители Пиренейского полуострова верили, маски способны отпугнуть злых духов, привлечь удачу и хороший урожай. Карнавалами в то время отмечали конец зимы и начало посевного сезона. Карнавалы имеют огромную культурную значимость. Наблюдая за парадом масок, вы можете почувствовать древние традиции и обычаи, существовавшие в разных регионах, ощутить себя частью той жизни. Это невероятно. Парады иберийских масок ежегодно проходят в десятках городов Испании, Португалии и Италии. Во время карнавалов устраивают ярмарки и фестивали уличной еды, где можно попробовать традиционные иберийские блюда. Варвара Миранкова, UATV.